Динамо, Брест. Ну и третье футбольное поле состязается команда сборной Эстонии и СК. Поэтому, болельщики, приглашаем вас пройти на трибуны и смотреть, наблюдать за вашими любимыми командами, потому что я уверен, сегодня они в максимальной своей форме спортивной и демонстрируют все свои триумфы, которым они шли очень долго. Поздравляем болельщиков. Thank you.
Команда Аркадия Аваль состязается с командой Аматор из Беларуси. Счет 3-0 в пользу Одессит. Ну что же, поздравляем болельщиков команды Аркадий Аваль. Счет становится 4-0 в пользу команды из Одессы. Так держать. Молодцы. Yeah.
Аркадия, Аваль и команда «Аматор» из Беларуси. Второе футбольное поле состязания между командой «Киевщина» и «Динамо» Брест. Третье футбольное поле. Сборная Эстонии состязается с командой «СК». Это вторые тайны начались, поэтому еще есть 10 минут для того, чтобы ваши любимые команды стали победителем в этом матче. Поэтому смотрим, наблюдаем, болеем за своими любимыми игроками. Пенальти для команды «Аматор». Ну что же, поздравляем команду «Аматор» из Беларуси. Счет становится 4-1 в пользу команды «Аркадия Аваль». Удар! На удар!
Дима, пошел! Ищи, ищи, где-то лишнее есть. Душить, душить, давай. Душить! Душить! Давай. Душить! Давай, Валик, Валик! Валик, давай! Ну что же, дорогие друзья, завершился матч между командой «Аматор» и «Аркадия Аваль» со счетом 5-1 в пользу команды «Аркадия Аваль». Поздравляем команду. Ну и мы видим.